Всем привет, меня зовут Виктор, и это продолжение Horizon Zero Dawn. Так, подожди, а почему ты мне показываешь, что... А, все понятно. Надо было тебя обновить, чтобы это... Блин, кабаны какие это. Ну, как говорится, жить захочешь, не так раскорячишься, да? Обычно, да? Как обычно, короче. Индюшка или индейка. В общем, все равно убил. Сколько тут лечебных травок. Много. Много лечебных травок. Там какие-то машины какие-то шарятся. Ну. Нам-то чё? Нам-то чё кабанам? Нам и море по колено, нам и горы по плечо, а Элой тем более. Сейчас мы тут... Оба, на. Так, я... Ну, я возле костра там сохранился, да? Это, конечно, зашибись. Блин, я же мог этого у Дода. Я же мог его, ёптать, перехватывать. Я чё? Я что, забыл? Я что, забыл эти навыки или чё? Я не понял. Я же прекрасно помню, что я перехватывал его. Какой-то квест еще где-то на карте пока. А это вот здесь, да? То есть, если бы я вот здесь бежал, я бы... Ну, сорян, квест. Не до тебя сейчас, как говорят. А тут вас двое, да? Блин, а может вы просто уровнем выше стали? А, хотя подожди, ты лиходей. А, ты лиходей, а я... А я же падальщиков перехватывал, или как они там называются? Саблезубы или копьерзубы. Да, я попутал. Так, а мне... Мне не сюда. Мне вот сюда. Блин, я вот путаюсь, что на вот это. Ты вроде вот так вот смотришь, да? То есть вот вроде вот... А, ну, вот развернулся, вроде впереди. На самом деле сюда. Не совсем удобно карта сделана.
Ну, кто я такой, чтобы жаловаться, да? Высказывать свое недовольство. Там, на игру потрачены были тысячи часов, миллионы денег. А я тут недоволен тем, что как-то коряво отражается на карте метка. Так, это что, дуга? А, это бизоны. Бизон, сука, мощный. Бизон, сука, мощный. Суслик, сука, хитрый, а бизон, сука, мощный. Я вот... Беда, печаль, что нельзя копье как-то, блин, увеличить. Улучшить, чтоб оно там... Хова! Как секира Тора херачило. Как дал-дал, так сразу... Скопыт. Как дал, так скопыт. Лисичка, сестричка. Куда ты спешишь? А ты его съела, что ли? Так. Слышь, вы там базоны завалили. Енотик, друган. Опа, ты, да, прям как ниндзя такая. Опа, нам. Опа. Кувырок такая, и это. Опа. Че, здесь тоже квест где-то показывается. Так, а я докуда добрался? Мост, о котором говорила Джира. Теперь надо поискать следы. Следы поискать. Ты знаешь, что мне поискать надо? Мне костер надо поискать. Мне надо поискать костер. Тут столько людей прошло, что и не сосчитать. Но у того человека была телега. Помоги! Чем? Тише, тише. Ты кто? Чем поможешь тебе, человек? В чем дело? Хагурт! Со спального утеса. Горшу нападают. Они убьют брата. Всех убьют. Не убьют, я не позволю. Так, брата убьют. Подожди, смерть с небес? Подожди, я что, квест взял с коршунами драться? Подожди, что мне делать-то теперь? Взял квест драться с коршунами, да? Не, ну я-то теперь лук-то свой прокачал. Я... Ну, ты-то не коршун, что я с тобой? Утка, ты утка? Ты утка? Делаю запасы. Стой, давай мы, подожди, сейчас следуйте вдоль колеи. Вот-вот. Я по квесту схожу, потом уже с коршуном разберусь, то я сейчас что-то... как обычно в своем репертуаре. Лишняя тяжесть. О, боги, он сошел с дороги. Что же там случилось? Куда же запропастилась его телега двухколесная? Йо-йо-йо. Очень странно, да? Что-нибудь еще тут есть? Корзина вот лежит, которую нам надо осмотреть. Давай.
Чьи-то пожитки. Ого. Киндерда? Тут разбросаны товары. И еще я вижу кровь. Либо он упал, либо... Либо он пропал. Либо он упал, либо он пропал. Так, что? Много крови. Плохо дело. Подожди, мне все еще до сих пор местность надо осматривать. На предмет чего, блин? А? Слушай, тут бизонов стадо ходит. Мне че, блин? Может, мне не надо там осматривать бизонов? А вообще, че я сюда побежал? Мне прям интересно. Мне прям интересно, что... А, ну вот, надо вот в эту зону забежать. Ну да. Похоже на сундук работы Азирам. Но хоть след хорошо виден. Надеюсь, он в порядке. В смысле пахнет? Да, какое ранды изо рта. Азирамская брата. Блин, мне чтобы осмотреть эту бочку, нужно вот эти... Охереть, а там еще что такое ходит? Мне вот этих вот всех бизонов надо. Ёб твою ж. Это что, мне всех бизонов надо положить, чтобы бочку осмотреть? Ну что ж, бизончики. Если вы не хотите исчезнуть сами... Так, сорян, мне звонят. Блять.
Ну давай, падай, скотина. Так, бизоны. Ну ладно, я сейчас. Сейчас попробую. Она скатилась сверху. Сверху? А, то есть он их на бизонов. Он эту бочку на бизонов? И чё? Разрешите кендера. С какого верху? Так, и чё? Подожди, я не понял, ну... Сверху она скатилась. А, вон, показывает, куда идти, чё-то я... Подтупливаю. Тебя видеть. И как же ты меня рад видеть? Я подруга Джиры. Да? А я муж Джиры. Она узнала, что ты пропал. Сказала мне. В чем дело? Я пошел за ней. Налетела песчаная буря, хотел укрыться, да не вышло. И вот я красный, как жрец Карха, а по моему товару топчутся бизоны. Таким дураком себя выставил, нарочно не придумаешь. Но, может, ты подберешь мои бутылки? Те бутылки, вокруг которых ходят бизоны? Ого, бля. Я не гордый, простой бражник. И, может, бутылок 5 этой браги Джири будут дороже меня. Охереть, да? Не, ну я, конечно, могу вас всех тут попереместить. Я лечу. Лечу, сейчас, блядь, полетишь. А где еще бутылки с железным соком? Не, ну по крайней мере, пока мне их не приходится убивать. Ну, то есть они там сейчас вскипишнули, да? Такие закипишевали. Ого. А, по-моему, вон еще, да, бутылка лежит, если я не ошибаюсь. Железный сок. А это... Железный сок — это ржавчина, что ли? А, вон все видно. Ах ты, свиноматка конченая. Блин, я просто не хотел вас убивать, а вы, твари, прям так и нарываетесь. Громозевы херовы. Спасибо. Отборнейшая брага озерам. И в стужу тебя согреет, и шестерни хорошо прочищает. Что ж ты пошел, не подготовившись? Охеренно. Ну вот как бы тебе объяснить? От любви. Когда жена собралась уйти из жилы, я обратился к старейшинам. Тебе их ответ точно бы не понравился. Заинтриговал. Нет,
Я и так уже вырыл себе яму размером с Громозева. Зря я сразу не пошел с ней. Это я уже понял. Может, еще не поздно. Она сейчас в Солнечной башне. Удачи. Так, и что дальше? Вернитесь к Джире. Ну, вернуться-то я вернусь, но раз я уже тут возле нахожусь цветка железного, металлического или там какого, я сейчас тогда до тебя добегу. Сука, они за мной что ли охотятся или что? Я не понимаю. Им что надо? Слышите? Вы хотите сдохнуть? Я не понял. А? Вы хотите тю-тю? Или что вы там хотите? Да-да, это вот, это громозев. Вон он, металлический цветок. Давай, топи. А теперь убегаем. Так, я могу теперь отсюда телепортнуться? К Джире. Джира. Могу. Отлично. А, сейчас опять как зависнет, блядь. Ну, надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. Потому что, ну, неприятно, что оно так долго зависло. Нет. Не зависло, чудесно. Чудесно. Сохраняемся. Так, и чё, как нам? Блин. Врезались в кабанчика. Ты Джира, да? Нет. А вот. Искорка, не видала моего-то? Я его нашла. И думаю, вам с ним будет о чем поговорить. Я люблю байки. И выпивку. По тому делу и спорится. Все это будет. Кентерт хочет быть с тобой. Он жалеет, что внял словам старейшин. Жили бабы, знают свое место. Их слова. Это солнце Карха припекает им мозги и внушает мысли. Это... племя. Нельзя держать зла. Так с ума сойдешь. Мой дурачок. Как мне тебя отблагодарить? Здесь всегда найдешь полную кружку. Как бы выпивка меня точно не интересует. Так, а что? Что здесь у нас? Где? Он где-то показывает, что здесь есть это какая-то херня. Ну, походу, наверное, вон там надо где-то сбегать к ним. А откуда ты знаешь, что ты занимаешь место по праву? Или по какому такому праву? Кто там? Откуда ты можешь знать? Кто у тебя сливает эту информацию? Так, ну где-то, ну вот я что-то понять не могу, где-то внизу что ли, где-то ты, где-то внизу эта херня находится или чё? Скорее всего, наверное, внизу, да? Да? Чё вы повторяетесь-то? Не, ну она вот показывает вот. Просто когда ты сюда идешь. Сюда идешь.
она исчезает. Ладно, не буду я это геморроить по этому поводу. Так, ну-ка. Гей, прая. Так, ну давай. Давай сгоняем, да, сюда. Нам же надо когда-нибудь. Когда-то ж надо по квестам-то ходить основным. Ну вот это. Это нормально загрузилось. Подожди, а коршуны это не в этой степи? Коршуны напали там, да, на них? По-моему, нет. По-моему, я же... А хотя где-то, да, где-то здесь. Ну-ка, задание. Так, побочки. Смерть неба. Ну-ка, давай глянем. Ну... Вот Гея, а вот... отражается, ну ладно. Мы пойдем по звездам. Фантомная боль. Капец, тут если это еще читать все, игра еще в два раза дольше будет проходить. Так, куда? Так, подожди, по дороге. А, ну вот здесь, наверное, скорее всего, в ущелье, да, надо будет. Блин, а здесь костер есть. Так, давай-ка мы сейчас к костру постараемся пробежать. Тогда мне придется что-то выбросить. Нет, ничего не надо нам выбрасывать, не надо. Давай. Как бы мне это не критично, что ты там что-то не подберешь. Все, теперь мы щемим суды. Так, а здесь я могу как-нибудь по горам? Добраться до горы будет непросто. На каждом шагу рыскают хищные машины. Зараженные? Не зараженные, но людей они не потерпят. Тоже меня удивил. Угу.
вижу ловчих. А на той стороне рыскари. Еще 500 метров мне бежать? Охереть. Так, на каждом шагу. Я делаю раз, два, три. Я не вижу машины на каждом шагу. Что ты мне там рассказываешь? Поконкретнее информацию давай. Нагоняешь мне тут жути. На каждом шагу. А это что такое? На каждом шагу. Подожди, в смысле, он что, на этой ловчий? А, подожди, ловчий это же этот, по-моему, который... А, это ловушки его. Иди теперь дерись, а. Сволота. Так, ну, ловчих я могу поймать, получается. Хорошо. Это мой ходит, интересно, да? Или нет? Ну, вроде... Хотя он... Только бы понимать, где нам сейчас залазить. Так, ну это походу вообще не здесь, да? Это походу... А, вот нет, что-то есть тут. Ну просто ловчие, я так понял, они могут по скалам лазить, да? Так, ну как бы тут прям... Вообще не это. Не вариант. А только зачем я сюда щемил? Стой, подожди, ну и зачем я сюда полз? Там что, проход какой-то в скале есть или что? А, хотя подожди, тут какая-то... Ну, и что? А, тут типа можно по скалам запрыгнуть? И далеко я так буду прыгать. Точнее, или долго я так смогу прыгать. Высоко. Нет, высоко я так прыгать, скорее всего, не смогу, да. Она не хочет высоко прыгать. Подожди, или вон там можно залезть. Ты, как обычно, короче, пошел каким-то сложным путем. А, то есть можно было вот так вокруг оббежать, получается, да, это скорее всего вот здесь надо было залазить. Оп-оп. Да, а ты, как обычно, блядь, пошел самым сложным путем. Что охраняют геи? Вряд ли они могут думать. Это скорее инстинкт. Их влечет к ее могиле. Так, мне надо сейчас до костра добраться. До костра. Сохраниться надо.
места. Ну нет и нет, не надо паниковать. Чего паниковать-то сразу? Кричать об этом. Зачем? Ногами еще топать начни. Я тебя услышал, что места нет. Все. Не, если, конечно, просто знать, куда бежать. Иди сражайся, мудень. Я вообще не туда побежал, да? О, понятно. Так, стой, может быть, мы тогда вот так, если сделаем, хоть какой-то путь появится или что? Похеру с ней, пусть возвращаются. Нам надо как-то попытаться обойти это все. Ладно, мы главное от погони. Мы главное от погони оторвались. Это уже хорошо. Что тут? Засада? Или ловушка? Здорово, воробей. Кажется, вы почти на месте. Верно. Тебе что, была дана команда падать? Упадешь, когда я скажу, поняла? А сейчас мы убегаем. Только вот с какой стороны обходить? Ну, скорее всего, откуда-то отсюда, да? Оба-на. Так это и есть жертва геи? Она раздавила гору, как яйцо. Да, да. Поспеши. Я подготовил для тебя маршрут.
Жертва геи. Так ты здесь уже проходил? Ну да. Увидишь. Значит, о маршруте ты позаботился, а с армией машин не стал возиться? С каких пор тебя пугают машины? Если бы ты могла летать, я бы и на маршрут не стал время тратить. Не смотреть вниз, не смотреть вниз. Угу. А я не понял, в чем маршрут-то здесь заключается? Типа, какой маршрут-то ты мне тут помочь должен? Вот таким я себе и представляла твое убежище. Спасибо. Это одна из многих мастерских, которые я построил. И чё? А, поговорить надо. Долгие годы я пытался вскрыть этот люк. Ну давай, сверлил, попробуем. И жёг, и взрывал. Но ты сможешь пройти тут легко и просто. Ты так говоришь, будто я виновата. Вовсе нет. Мне даже не пришло в голову, что нужна не грубая сила, а просто ключ. И ключ — это человек. Я оказался недостаточно сообразителен. Угу. Мне пора идти внутрь. Да. Да, я. Когда найдешь главный блокиратор, получишь оружие для победы над Аидом. Не охота тратить на эти все разговоры. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Привет. Мне вот интересно, здесь что, тоже сейчас будет куча всяких там машин этих хищных, да? А еще, может, сектанты здесь появятся, да? То есть карха, которые хер знает каким образом оказываются в тех местах, где вообще никого быть не должно. Регистрация. Марго Шен. Добро пожаловать в замерзший ад. Население 10 человек. О-о-о. 11, считая гею. Гею. Цыплят эмбрионов по осени считают, ага. Дорогуша. Она пока не заработала. Так что прямо сейчас на омлет не рассчитывай. Я веган, Трэвис. Мы с тобой столько вместе работаем. Могу запомнить. По расписанию у нас было еще 3 недели до переезда. Мне пришлось бросить там 350 килограммов порнокомиксов. Ого. Подожди, на физических носителях? Почему ты их не оцифровал? Потому что физический носитель приятнее в руках держать. Больше-то нам тут особо нечего потрогать. Думал, буду по вечерам их архивировать. А ты? Я? Работать буду. У меня график задач уже года на 3 расписан. Есть много углов, которые надо сгладить. А что потом? Я как-то и не думала. Еще успеешь. Тебе сколько? 30? Нас всех переживешь и одна тут будешь куковать. Пища для размышлений, веган. Вот отстой. Ничего, потерпишь. Жизнь быстро пролетит. Угу. Охеренно вообще там, да? В пещере в какой-то заснеженной в одну каску вообще сидеть. Будь осторожна. Опа! А чё ж ты не зацепилась, стала Элла? Да спрыгивай, спрыгивай. Чё ты так себя ведёшь-то? Нехорошо. Нехорошо. Блокиратор. Не, ну я-то, конечно, поищу в руинах главный блокиратор. Видимо, мне туда. Видимо, да. Так, стой, подожди. Это хорошо сказано. Thank you.
Он ведь так уже 19 лет простоял, да? Почему 19? Не отвечай. А почему 19? Не, ну просто... Это значит с момента рождения Элой получается, или что, 19 лет? То есть ей 19 сейчас? По-моему, по... Ну да, наверное, 19, там же годика ну, там вот маленькая была, потом что-то лет 16, или сколько там прошло? 14. Подожди, я что, снова сюда должен прыгнуть? Ага. Что? Не сюда. Может, выше по шахте? Выше по шахте? Подожди, я что, вниз спустился, что ли? А, ну, то есть, не вниз надо было прыгнуть, а вверх, да, надо было лезть? Так, ну, нет, стой, подожди, не сюда, вот так вот сюда. А, вот, да, сюда. Так, теперь куда? Видимо, здесь они жили. Уцелело немного. Когда-то вокруг был камень и железо. В смысле уцелело? Тут вообще ни хера целого я как-то не наблюдаю. Гей, что ли, был? Дневники. Дневники Элизабет. Все уничтожены? Сканируй. Визор может воссоздать их, но это долгий процесс. Пусть визор кажется всесильным устройством, но его мощь ограничена. Сколько это займет? Дни, недели, годы. Сумеешь остановить Аиды и сберечь наше будущее? И, может, успеешь их послушать. Он показывает, куда-то наверх надо. А как здесь? А. Тут щелка, да, есть. Щелка-щелка или защелка. Элизабет? Что это? Давай глянем. Давай глянем, что это такое. Это Чарльз Ронсон. Прошло 6 часов с момента окончательного монтажа Кей Брайм. Сегодня затвор входного люка дал сбой. Зазор между створками люка должен составлять менее 2 миллиметров. А тут зазор был 10 миллиметров. Нихера себе. Достаточно, чтобы проявилась тепловая сигнатура. Достаточно, чтобы Рой засек наш комплекс. Вот достаточно, это да. Достаточно, чтобы Гею обнаружили и уничтожили. Достаточно, чтобы убить будущее, над которым мы столько трудились. И всего каких-то 8 миллиметров. Если вручную не перезапустят сервоприводы. Понятно. Снаружи.
сейчас включу запись инцидента. Но я туда не пойду. Я на такое не подписывался. Либо мы кого-то туда пошлем, либо все это было зря. Решать должна Лиз. Ну так долго нам ее ждать? Сказала 5 минут. Она же не... О, нет. Так, слушайте. А вот она, броня ее. Гея, зазор 1,4 миллиметра. Подтверждаю. Элизабет, нет. Мы придумаем, как тебя впустить. И не надейтесь, Рой слишком близко. Ладно, не думайте. Гея готова. Теперь она обо всем позаботится, как задумано. Лиз, не надо. Мы столько всего еще... Ребят, вы меня знаете. Не умею я прощаться и отпускать, так что... Не будем. Тогда... В добрый путь, Лиз. И... Увидимся. Вот она, броня, вот она, броня, броня, броня. Это было последнее сообщение, полученное от Элизабет Собек. Она отдала все, чтобы спасти жизнь на этой планете. И мы все теперь перед ней в долгу. Так, а что теперь? Сейчас еще эти сканировать, да? Давай, на послушаем. На этот раз досталась роли спасителя и мученика. Что они там скажут? Поздравляю. Только не злись, Лиз, но я написал надгробную речь. Я попытался выразить... Твои дети, после того, как Аполлон их обучит... Будут думать, что знают все. Но они должны понять, что ты для них сделала. Как сильно ты любила наш мир. Любила настолько, что это удивляло. Потрясало. А в итоге он тебя убил. Или ты умерла за него. Как посмотреть. Никто не мог за тобой угнаться. Сравняться с тобой. Не знаю, может, если бы я не уехал тогда в Йоханнесбург. Я рад, что ты в итоге зарубила протокол смотритель. Если бы тут появилась еще одна ты, я бы не выдержал. Элизабет Собек может быть только одна. Я скучаю. Слушай, Лиз, ты была хорошей девкой. Честно. Мне жаль, что ты погибла. Я надеюсь, ты все же успела добраться до дома. Но этот памятник, который тебе воздвиг Ронсон, жутковато это как-то. Покойся с миром, Лиз. Господь свидетель, ты заслужила покой. Ну, хоть этот недолго сопли жевал. Погибла. Ты броню ее видела? Ты видела ее броню? Ты знала, что она не могла выжить. Нам надо еще 2 топливных элемента. Чтобы эту броню. Пока ее люди спорили, она взяла на себя ответственность. Она одна. Она была лучше них. Я не это сказала. Да лучше. Не бойся это признать. Думаешь, она была лучше из-за ума? Создала новый рассвет? Но не это главное. А главное, что она была готова пожертвовать собой. Ради других. Ради будущих потомков. Нет. Она защищала свое творение. Ты, боюсь, путаешь волю и сентименты. Нет. Она знала, что Гея должна не только думать.
и научила ее чувствовать. Заботиться, идти на жертвы, верить в жизнь, бороться с безысходностью. Если бы не эти сантименты, жизнь бы погибла. Ни тебя, ни меня бы не было. Твой довод разумен. Сочувствую тебе. Она сказала, что хочет домой. Может. Может. Что? Что? Ничего. Нам пора. Может, топливные элементы где-нибудь... У вас тут, ребят, топливных элементов нигде не завалялось? А? Ну два штуки, сука. Два топливных элемента, пожалуйста, где-нибудь оставьте. Еще одни. Здравствуй, Мако. Как твои дела? Доктор Ронсон, я получила много всяких неожиданных сообщений от Теда. Марго, прости. После... Совсем никому здорово его приструнить. Я поговорю с Тедом. Ему в основном нужны отчеты. Сотни отчетов о вещах, в которых он вообще ничего не смыслит. Раньше Лиз все это пресекала. Он совсем не понимает устройство систем. Так, в общем, и задумано. Но теперь он начал грубить. Просто главное не злить его. Лиз всегда говорила, не злите его. Смеетесь? Помните, как она с ним говорила? Она его ставила на место, Марго. Может, мне просто его игнорировать? Все равно он заперт в своей пирамиде в компании голографических девиц. Что он нам сделает? Что мы запихнем им в голову, Лиз? Исторические факты. Так называемую правду. Информационный шум. Это не питательная смесь, Лиз. Это отрава. То есть сейчас мне нужно выбраться на поверхность, да? Вот сюда. На той стороне кратера есть еще одна секция. Да? Вроде она уцелела при взрыве. Потому что она бронирована. Ты нашла пункт управления. Иду туда. То есть перепрыгнуть нельзя, надо обязательно свеситься, подтянуться и залезть, да? То есть, а перепрыгнуть никак, да? Охеренно, конечно, охеренно. А вот тут перепрыгнула, да? Чудесно. Я по-новому взглянул на проект. На самом деле, все просто, чисто, логично. Стирание. Прибавление через вычитание. Так будет лучше, Лиз. Один росчерк. И все это исчезнет. Мне не нравится, к чему все это идет. Продолжай. Вот можно сказать, я прям в восторге. От того, к чему это все идет. Прям в таком восторге. Феерическом. Диком, диком восторге. Труп чей-то лежит. Это когда-то были живые люди. Вот я что. Открыла люк, воздух потянуло внутрь. Потому что в этой комнате не было воздуха. Но здесь же были альфы. Они себя убили. Не могу задействовать управление. Доступ альфа заблокирован. Что еще за доступ омега? О нет. Персонал альфа. Не хочу вас пугать, но выслушайте, что... Тед я Фара. Вам скажу. Это нелегко. В общем, я... Ну... Так. Не лезьте сейчас в систему, ладно? Я хотел сказать вам о том... Сказал же, прекратите лезть в систему. В общем, короче... Я... Не могу перестать думать о тех, кто родится после нас. Невинные... Безгрешные люди. Наши потомки. Зачем им знания? Это что, дар? Тед, мы уже это обсуждали.
В Аполлону встроено больше 3000 условий отказа. Это не дар, это болезнь. Они лекарства, а мы хотим наслать на них наш недуг. Нет, нельзя. Еще не поздно. Если мы готовы пойти на жертвы. В этом нет необходимости. Все уже сделано. 3 минуты назад. Я стер Аполлон целиком и полностью, его нет. На жертвы? Это не жертвы, это культурный геноцид, чокнутый ты ублюдок. Тысячелетия истории. Не жаль. Честное слово. Но чтобы защитить невинных, невинные должны умереть. Аварийная ситуация. Выпуск опасный. Офигеть, да? А я туда не могу запрыгнуть, значит? Ну, понятно. Не могу. Он их всех убил. Да. Теперь ясно, почему. Значит, вот кто вверг нас во мрак невежества. Ради невинного будущего. Безгрешные люди. Поглядел бы он на кольцо солнца. Все знания предтечь. Все, чего эти люди достигли, уничтожено, обратилось в пыль, ушло в пустоту. Ушло, как и сами альфы. Нет, не в пустоту. Когда люк открылся, и их прах разметало по ветру, они стали частью этого мира. Мир, в котором мы живем, это памятник тому, ради чего они отдали свои жизни. Да, памятник забвению. Не забвению, Сайленс. Надежде. Главный блокиратор. Такой маленький. Осталось убить и такой блокиратор. Лаида убить. Сука, я хочу найти топливные элементы. Смотри, не свалить. Блокиратор не блокирует силу притяжения. Не, ну подожди, и чё? А ты мне показываешь, что надо вот туда. Чё, я где? Вот здесь я полезу, да? То есть, кузнечиком тут пропрыгаю, да? И чё? Куда, ёптать, куда мне идти-то, ты задолбал? Что-то нашел. Опять куда-то сюда лезть. Ты здесь? Уже ухожу. Что? Здесь наши пути расходятся, Элой. Но сначала я расскажу тебе оставшуюся часть истории. Давай, рассказывай. Давай. Я уже как-то раз упоминал, что помогал затмению.
но не уточнил, насколько все серьезно. Правда в том, что я был у истоков. Это я обнаружил Аида на этой горе, внутри разбитого Титана. И я служил ему. Что? Он обещал знания и дал их. Такие знания ты не представляешь. А взамен? Создал затмение, культ Аида, его личную армию. Зачем ты сейчас это рассказал? Ты должна это знать, чтобы справиться. Когда я нашел Аида, первое, о чем он спросил, был шпиль, не меридиан. Шпиль. Почему так, Элой? Шпиль создала Гея. Какая часть Геи? Минерва. Это модуль взлома кодов. Гея построила шпили для передачи кодов, которые отключили машины Фаро. Остановили процесс переработки биомассы. Аид хочет передать другой код. Пробудить машины, чтобы они снова пожрали весь мир. Да. Исходя из всех данных, я пришел к тому же выводу. Значит, роботы, которых они воскресили, это просто инструменты. Армия для захвата шпиля. Да. Чтобы Аид мог снова уничтожить все живое. Если ты не помешаешь. Как мне остановить Аида? Я сделал, что смог. Ну а дальше задача уже твоя. Возьми мое копье. Прикрепи к нему блокиратор. Это будет устройство ввода. И останется только воткнуть это копье Аиду в башку? Блин, может копье путня сейчас дадут? А, хорошо. Сайленс. Куда ты пойдешь? Туда, где не бывал. Столько всего надо узнать, пока не наступил конец света. А это все? А это я оставляю тебе. Как оказалось, все это твое. О, да. Какой великий подарок. Сюда не звали. Это точно. Но тем не менее, ты приперся. Ну, хоть копье отдал свое, это ладно. Давай посмотрим, что там за копье-то ты мне хоть подсунул. Что ты мне тут хоть за копье-то подсунул с... И чё, какое... Прикрепите главный блокиратор к копью. Задача выполнена. Да, сеть визоров работает. Все параметры... А, вот. Копье Сайленса, ух ты. У меня теперь фиолетовое есть копье, да? И что ты, на что ты способна? Ро, Зета, Эпсилон. Еще три этих надо исследовать, да, чтобы были. Так, у меня есть 4 очка навыков, ого. Так, это под контролем дольше, ну давай. Сейчас правит 13-й король дома Солнца Карха.
Вопрос, Карха. Давай лучше по порядку. Тебя создали предтечи. Интересно, сколько ты пролежал здесь, пока я тебя не нашел? И как долго тебе придется ждать кого-то другого? Очевидно, что ты очень могуч. Но без меня ты отсюда не сдвинешься. Титан просто оболочка для интеллекта. Вопрос, Карха. Другой разговор. Они идут. Приготовления завершены. О, светлый Бахавас, узри, как и было обещано. Что это за гигантская машина? Я никогда подобного не видел. Нет, не приближайся, ты, Карха, в тени. Неверно, склонитесь перед погребенной тенью. Погребенная тень? Я не понимаю. Понимал ли Роман Кошу, на что уселся на вершине пламени? Это же из Писания. Роман последовал за тенью, отброшенной шпилем. Туда, где был построен священный Мирьян. И ты тоже последуешь за тенью. Я праведный человек, избранник солнца. Но в час нужды силы тьмы могут воплотить в жизнь то, что солнцу не под силу. Итак, вернешь ли ты нам то, что наше? О, тени с пророчества. Требуется армия. Подчинитесь, и Меридиан ваш. В нашем послушании не сомневайся. Сообщить Аваду, что затмение готовит атаку. Но после этой истории с Дервалом, я не сомневаюсь, что он защитит город. Квантовая обработка. Данные скомпилированы. Объем слишком велик для пересылки. Как не кстати для меня. Явись передо мной и получишь свою награду. Хорошо. Гелис, обнаружена угроза в затмении. Назови имя потери, и отступник умрет. Имя этой угрозы — Сайленс. Сайленс. Да. Истина, нашептанная ночью, хорошо видна днем. Он всегда был чужаком. Будет исполнено. Отлично. И что, я могу отсюда телепортнуться, нет? Отсюда, да? Могу. Чтоб там не спускаться, не лазить ни по каким подвалам, к холмам, горам, океанам. Сохранимся. Быстро сохранимся. Посмотреть записи какие-то новые. Так, окей. Ну что, на этом сегодня я предлагаю закончить. Продолжим с вами в следующем выпуске. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И всем до новых встреч.